Всем привет! Сегодня мы с вами готовим вот такое блюдо. А называется оно у нас куриные наггетсы с картофелем. Какая прелесть! Так, куриное филе, грудку мы достали. Вот оно. Оно уже разморозилось. И нужен пакет номер 5. Такой увесистый пакетик у нас получился. Сейчас мы его откроем. Сегодня снимаю с руки, хотя можно попробовать. Пусть будет немножко говорящие усы еще, хорошо? Заказала себе, на самом деле, новогоднюю карточку. Наверное, еще не заказала, положила в корзину, хочу заказать. Так, смотрите, какой весь. Домашняя медовая горчица. Вот так выглядит. Тут мед, горчица, оливковое масло, белый винный уксус. Это что? Это чесночок давленный такой. А свежий чеснок, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. Свежий тимьян, смотрите, дезодорированный. Пергамент. Нет, это пергамент. Панировка панка со специями, панировочные сухари, панка, куркума, сушеный лук, сушеный чеснок. И вот столько картошки. Да, такие объемненькие, смотрите. Так, ну и что нам нужно сделать? Включаем духовку на 200 градусов. Пергамент застилаем противень. Панировку с провансалями и куркумой высыпаем на противень. Курицу без жидкости кладем на панировку. Посыпаем... А как ее, прям целиковой, что ли? А, курицу, да. Посыпаем перцем и солью. И панировка со всех сторон. Панировку с прованс травмой куркумы высыпаем на противень. Зачем? Я, короче, сейчас знаете, как сделаю? Я ее обваляю в этом. А потом уже в мисочке, да? Так, мне кажется, лучше. Курица у нас уже перченая, видно. Куриная филейная грудка, подсолнечное масло, соль, черный перец, да. Все тут есть. В общем, сейчас мы это все перемешаем в миске. Так, я курочку вот положила в миску. А что нам надо туда? Прованс травы. Где у нас? Свежий тимьян. Это он есть, интересно? А, панировка со специями. Вот. И куркумой. Вот, мы просто панировку сыпем. Я поняла теперь. Все. Вот так мы делаем. И перемешиваем. Хорошо, прям будет вкусненько, я чую. Я чую, я чую. Сейчас я духовочку включу, забыла. Слушайте, вот здесь вот большой прям лист сюда привозит вот это вот. Вот все, огромный. Он пергаментной бумаги. И я, короче, ее теперь режу напалом. Раньше я складывала две. Я подумала, зачем я это? У меня противень-то маленький. Я теперь режу. И тогда получается вообще шикарно. Духовочка у нас греется. Мясо я уже выложила на этот, как его называют, да, на противень. Смотрите, какие пакетики. Мне очень нравится, что здесь есть вот такой бумажный пакет, я туда все складываю. А, значит, сейчас надо дольками, ну, как вот, знаете, дольки, как для картофеля это, по-деревенски вот делаете, вот такими дольками надо порезать, в принципе, ну, как я понимаю. Вот. Сейчас. И там смешать совсем. Пока я режу это все дольками. Маленькую, большую надо как-то так порезать. И в мисочку буду складывать. Я нарезала картошку вот такими брусочками. И сейчас, конечно, не по-деревенски у меня в итоге получилось. Значит, что нам надо? Картофель мы режем тонкими дольками, кладем на противень рядом с курицей. Но я буду так замешивать, уже научен опытом. Поливаем одной столовой ложкой растительного масла. Посыпаем солью и перцем. Перец я не добавляю, всегда я уже вам говорила. Так, а маслечко? Вот так. Поливаем маслечком. Дальше. Чеснок распределяем сверху по картофелю. Вот у нас чеснок. Мы сейчас его, знаете, как распределим. Мы его распределим, мы потом перемешаем. Так, полезай. Вот, кстати, мне Катя написала, говорит, неудобно иногда упаковочка вот такие, да,
типа тетрапарк лучше был бы. Но я думаю, что ценник тогда немножко другой. Это же они стоит свое, вот такой, я думаю, это, ну как это, станок, не станок, который просто сам это все герметизирует, как это назвать правильно. Так, перемешиваем картофель ложкой с маслом и специями. Свежий тимьян моем, отрываем листочек. Листочки посыпаем картофель. Но я сейчас посыпать уже тимьяном я буду сверху. Сейчас на противень это выложу. Ой, чесночком так запахло хорошо. Так. И отправляем в духовку на 25 минут. Раскладываем по тарелкам картофель на день, семенную горчицу, дополняем блюдо. Вот так. Все, сейчас я выкладываем. Вот такой объем получился. Написано 25 минут. Не уверена, что за 25 минут все прожарится так, как надо. Но выглядит прям супер. Скажите мне, пожалуйста, а тимьян вот этот вот, это же чабрец? Прям он пахнет, как из детства. Я прям помню, бабушка с дедушкой ходили, мы в деревне собирали чабрец, сушили. Мне кажется, это прям похоже. Вот скажите, пожалуйста, мне. Все, ставлю, в общем, в духовку. Ну, смотрите, выглядит аппетитненько. Ставлю в духовку. Ну что, у меня 30 минут постояла картошечка с курочкой в духовке, дошла, и ожидание реальность. Ну, понятное дело, что здесь, вы посмотрите, какая красивая подача, да? У нас простая, может, сейчас будет подчивать, полила это соусом. В общем, вот так. Ну, может, это в любом случае вкусно и быстро.